Вы что, совсем охерели? Что это вы робите? Играете? С кем играете? А? С кем? Копаете? Знал, копаете? Ну, копайте, копайте, щенки собачьи. Отвигайте, привыкайте, тупо пальцем подтирайте. Из назли попихаться, я вам что, хрен голландский. Был голландский, стал германский. Похвалились тут, попрадались, свистоны-хлистоны. Пионеру всем примеры, козлотой, колесовый благоловый. Хихикайте, вам палец покажи, вы рады? Будя, прошли ты часы, отвлекайте, привыкайте. Чего сидишь? А ну давай, арбайтан, вас развяжу, мотор. Ну что, наложил полные? Что ты батьку скажешь, или он вернется? Пожалей себя, сынок. Пощади. Сынок, Христом Бог. Сердце твое. Точнее говоря, утро. Так. А пушка где? Где пушка? Ага, сейчас. А это кто таки? Бабок, помнишь? Какой бабок? Ты заснул. Да косачий его даже и будить не стал. Ну ладно. А ну-ка, отойди. Отойди, отойди. Гляди, старостина. Здравствуйте. Пошли. Привет. Стул со мной не займать! Ты заглохни там! Утрамбуйся! Ну ты! Ну ты лицом давай повернись, ну! Ну ты! А что это у тебя?
тебе лицо? Ну, это у товарища лицо. О, это костюм. А ну, костюм, ходи сюда. Подожди, так, ляжь вот тут. Так вот, костюм, пока не снимай. Нет, да. Корола! А ну, поплотнися, мамка пришла. Кончай переход, не тяни ты резину. Спокойно, тихо, одна пластинка засталась на всех. Тратьте разные, сдываю. Так. О, батя наш пришел. Спокойно, тихо. Вот человек, в новом костюме пришел. Леха, ляжить. Махнем, не глядя. Живого снял. Сыть. А, Бося, товарищ, так снова. Ага. Фамилия? Гайшун, третий взвод. Почему не стрелял? Я узнал вас, товарищ командир. Раз не остановился, не назвал пароля, идет, бей. Так я ж... Не имеет значения. Наряд вне очереди. Спасибо. Сложная и будет меняться. Поэтому и сам не зевай. Винтовка, а на плечах голова. Или, как говорит наш начальник штаба, прожить и не сказать. Эх! Это не по мне. Я говорил и говорю. Партизан не спрашивает, сколько их фашистов. Он спрашивает, где они? А они пока... Русом никому стать не дадим. Никому. Yeah.
Меня зовут Глаша. Глафира. Понял? Дурак. Ты чего? А ты чего? Флёра. Чего ты здесь околачиваешься? Пожалели мальчика. Оставили. Косач пожалел. Мяне? Пожалел, пожалел. Як бы я кого не пожалел. Он может. Иногда. Только потом кричит во сне. Косач, кричит! Ему не жить. Я тебе говорю. Брешешь ты все. Врешь! Почему ты молчишь? Почему ты не видишь меня? Я же есть. Существую. Вот я. Это ты не живешь. Птиц не слышишь. Глухой. Слепой. Вот же я. Вот. Я любить хочу. Рожать. Слышишь? Я ради тебя все. Все могу. Хочешь, я взорву себя? Куда пришел? А вы меня за придурка держите? Косач, косач! Я не косач! Ты что, чмо? Знаю, где они. Пошли.
Я не тот! Я не тот! Ну як? Ну
нахрена я ему нос? Он же сифилитик. Не сухорукий. Припадок. Я гнудый. Ага. Я бы мочал, конечно, на той войне оторвало. А что вы зробили, Зимка, поймали? А у нас был фраг. Ну что, лепить? Давай, присобачивай. Вернем. Ну, отдай. Да что вы с него хворого робите? Крепкий от мацак. Пошли с нами, хлопец. Волка ноги кормит. Знаю, я тут один складик недалеко. Вставай. Вставай. Сыной, давай. О, я уже трошки брюхатая. Не шикаси за меня, то ахну на всю Европу. Ну, стой, гад. Не так страшно, черт, я его малютки. Пошли, пошли. Вот бы поглядеть, люблю кометь. Ладно, пошли. Sprechen Deutsch? Ich? Ja. Und du auch? Sprichst du auch Deutsch? Da.
Он давал приказ. Ich bin ein alter Mann und dazu noch krank. Он старый и больной человек. Es wird mein Wesen zuwider, jemanden zu beleidigen. Он никогда никого не обижал. Meine Familie, beispielsweise mein Vater, wir alle haben diese Prinzipien niemals verletzt. Его семья, он, его отец, они всегда придерживались определенных принципов. Oh, habe ich keine bösen Gefühle zu eurem Volk. Der Krieg allein daran ist schuld. Der verdammte Krieg. Он не питал плохих чувств к вашему народу. И вас. Ich habe keine Menschen erschossen. Он? Nicht einmal einen? Ein Haar gekrümmt. Он никогда никого не убивал. Он даже мухи не обидел. Alle, die anwesend sind, können das bestätigen. Это могут подтвердить все присутствующие. Надеется он. Ich bin wirklich alt und krank. Ich sollte in den Ruhestand treten und für Kinder und Enkel Sorge tragen. Он действительно старый и больной человек. И мне пора бы на покой. Это он говорит. Ich bin mit Enkeln reichlich beschert worden. Mit solchen, wie diesen da. Он хочет заботиться о детях и внуках. У него много внуков. Таких, как вы. Jetzt aber ist Krieg. Und keiner ist daran schuld. Но теперь война. Да я... Я вам сказал, без детей выходи. То без детей можно. Это фашист. Палач. Палалис. Sein Ursprung in Kindern hat. Я так сказал, потому что с детей начинается все. Ihr dürft nicht existieren. Вас не должно быть. Nicht jedes Volk hat das Recht auf Zukunft. Не все народы имеют право на будущее. Слушать. Всем слушать. Meine wertige Rassen sind es nämlich, den Bacillus des Kommunismus gebären. Низшие расы плодят заразу коммунизма. Ihr dürft nicht bestehen. Вас не должно быть. Und die Mission wird erfüllt. И миссия будет исполнена. Heute oder morgen. Сегодня или завтра. Heute oder morgen. Это не я. Это он сказал. Мы не немцы! Мы не немцы! Мы не немцы! Мы не немцы! Мы больше не будем! Простите нас! Мы не будем! Мы не
немцы! Не немцы мы! Немцы, немцы! Вы что? Забыли, что они сделали? Это людоеды! Их убийц мало! Мы не немцы! Не немцы! Не немцы! Не немцы! А что ж ты, сволочь? Они нас оставили! Мы не немцы! Не немцы мы! Не немцы! Смерть фашистским гадам! Смерть им! Смерть! Смерть! Ну так ты сейчас вместе со своими это и проделаешь. Дай сюда! Ай, дай! Миша, я свой! Я наш! Получай! Я свой! Я с ними сперва! Я свой! Я свой! Товарищ! Товарищ! Брось огня! Товарищ! Огня! Малый, уходим!